Ивановичу, дорогие дети, для меня большая радость снова встретиться с вами в зале храма Христа Спасителя для вручения той самой книги, о которой сейчас так было хорошо и подробно рассказано. Книга действительно, та книга, которая вам будет вручена, это дверь, это окно в мир. Для того, чтобы этот мир почувствовать, к нему нужно прикоснуться. Люди по-разному прикасаются к миру. Одни глазами, потому что они видят. Другие сердцем, руками, потому что глазами его увидеть невозможно. Но от этого не меняется сама цель, которая стоит перед книгой. Помочь человеку войти в соприкосновение с Божьим миром. И я искренне рад, что та книга, которую мы вам вручим, даст вам возможность соприкоснуться с этим прекрасным миром, который мы называем нашей столицей. Пусть Господь поможет вам в преодолении трудностей, с которыми вы сталкиваетесь. Но хорошо зная судьбу очень многих людей, внешне здорового и благополучного, я могу сказать, что нету ни одного человека, который бы не имел трудностей в жизни, которые ему бы сказались самыми, что ни на есть, сложными и важными. Так устроен человек. И потому способность преодолевать трудности, в том числе и происходящие от ограниченностей наших возможностей, является человеческой задачей. И преодолевает эти трудности всегда человек сильный духом. Вот я и хотел бы пожелать вам силы духа, крепкой веры. Помните, что через общение с Богом, через молитву будут даваться вам эти силы, которые необходимы для преодоления трудностей. Растите умными, добрыми, сильными, полноценными членами нашего общества. И пусть Господь хранит вас на всех путях вашей жизни.